Раньше я думала, что участковые – это хмурые, серьезные люди, сидящие в кабинетах и работающие только с нарушителями закона. Но это и оказалось далеко не правда. Я узнала правду о работе участкового благодаря участию во всероссийской акции Министерства внутренних дел «Студенческий десант», которая проводилась пресс-службой Министерства внутренних дел Республики Башкортостан и Лигой юных журналистов. Во время акции я посетила отдел полиции номер 3 Кировского района, где и познакомилась с работой участкового. Мухутдинов Руслан Хатмулович уже более 6 лет является сотрудником отдела полиции. С детства он мечтал о работе в полиции и после армии пошел работать участковым. Насколько древняя работа участкового? Насколько древняя? Вот в 23-м году со дня образования службы участковых исполнилось 100 лет. Вот уже в этом году 101 лет со дня образования деятельности участковых. Прежде всего, участковые – люди, работающие с народом. Они готовы помочь любому жителю на их территории и часто служат на улице. Участковые работают не только с нарушителями, но и с законопослушными гражданами. Они проводят профилактики, чтобы люди не нарушали закон и не велись на уловки преступников. А с гражданами, нарушившими закон и стоящие на учете, участковые проводят беседы и наблюдают за ними, дабы предотвратить последующие нарушения. На восьмой этаж, что ли? Да. Тут мой подопечный живет. Участковый, к вам. Участковые проводят профилактические беседы в школах, магазинах, в жилых домах, на улицах. Сейчас самым распространенным видом преступности является мошенничество. Поэтому участковые уделяют большое внимание профилактике борьбы с ним. А вот почему люди на мошенничество ведутся? Ну, потому что, во-первых, это звонок, это не просто обычный гражданин звонит тебе. Там людям внушают через разговор, то, что они действительно являются сотрудниками полиции, или сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками прокуратуры, Сбербанка. Я сам в одно время чуть не повелся на это. Так что это доверчивость и внушительность. Мы с Мухутдиновым Русланом раздали жителям памятки, чтобы они не отвечали на звонки незнакомцев. А если отвечали, то сразу клали трубку. Благодаря участковым по вечерам дети добираются до дома с кружков и школы целыми и невредимыми. Соседи по ночам не делают ремонт, не устраивают дискотеки и не мешают спать. А наш город не разрушен вандалами. Я поняла, что чем лучше работают участковые полицейские, тем безопасней жизнь уфимцев. Я хочу сказать огромное спасибо взрослым людям, которые организуют такие мероприятия. Не только для студентов, но и для нас, школьников. На экскурсиях, проводимых в рамках данной акции, мы познакомились с работой разных структур полиции. Такие мероприятия помогают школьникам расширить кругозор и определиться с выбором будущей профессии.